Так ми сьогодні забили сачок вдома на лестнице. І от вам, пожалуйста, витащили карпа. І карп дождався. І карп дождався, поки вода підійметься, щоб ці борти. І дощ бил, і все, і все, нам нічого не страшно. Кенджиком заб'ю його. От карпик. От така кувалдочка, я вам скажу. За верхню, видиш, коли за верхню все карате. Смотри, який бащо, як батка. Постав свій сапог, який в сапоге ботинок. Вот какая большая рыба. Что мне смотреть? Я сам кувалда возле себя поставлю. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Не, я его не выпущу. Я его не выпущу. Да, это чуличий кувалда. Извини, извини, брат. Ну мы хоть... Они слесари, не? Да. Ты смотри, какой боевой, да? Воду хочешь? Знаешь, что сачка у нас нет? Ага. Вот ну. Он, засранец! Вот сколько мы его ждали! И дождь нам не помеха! Вот вам, пожалуйста! Все, Эдди, твоя вторая удочка клюет. Давай, давай, надо сачку. Мы переключаемся на следующий эфир. Пока, до встречи!